Эскизы сцен театральных постановок обычно скрыты от глаз зрителей, а теперь есть возможность их разглядеть. Всеобщему обозрению даже представлены костюмы, в которых актеры Казанского драматического театра играли самые выдающиеся спектакли. Историю театрального закулисья теперь можно рассмотреть в музее драмтеатра. Его двери впервые открылись для зрителей. Это костюм со спектакля «Акан Сиры, а кто ты» Габита Мусрепова. Его одевала заслуженная артистка Айша Абдуллина. Она сыграла роль матери «А кто ты». Многие из экспонатов раритетные. Они хранятся с первого дня театра, с 1934 года. Что-то пришлось отреставрировать, а что-то удалось сохранить в первозданном виде. Здесь выставлены даже фотографии, на которых запечатлена самая первая театральная труппа. Тогда на сцене играли 25 человек. Удивительно, но сохранились даже многие их костюмы. Мы все очень рады, что наконец открыли музей. Я считаю, иметь собственный музей для театров и цирков крайне важно, так как именно музей рассказывает нам о прошлом, а без знания своей истории мы не можем двигаться вперед. Правда, многие экспонаты так и остались лежать в ящиках, ведь разместить все на 42 квадратных метрах невозможно. Поэтому сотрудники планируют организовать передвижной музей прямо в фойе театра.